Слово «эльскер» чаще всего мы встречаем вот в этой самой фразе. «Я тебя люблю». Звучит она как «я эльскер дей». И если нам говорит швед «я эльскер дей», «я эльскер дей», это означает, что он уже жить без нас не может. Мы можем готовиться к переезду в Швецию. Если же нам швед скажет «я тикером дей», это означает, что мы ему приятны, ему нравится наша компания, но это совершенно не означает, что он завтра все бросит и сделает нам предложение.